こんにちは。こんにちは。テレビ。私の名前は中田理央です。私はボリショイバレエアカデミーで学んでいます。私の名前は坂本ねねです。私はボリショイバレエアカデミーで学んでいます。私はいつも楽しく充実した日々を送っています。授業は9時から始まって、だいたい夜の6時過ぎぐらいに終わります。その後にリハーサルがあることもあって、その後は友達と話したり、ストレッチをしたり、宿題をしたりして過ごしています。私の一日は大抵6時か6時半に始まります。なぜこんなに早いかと言いますと、私の体は他の人に比べてそんなに柔らかくないので、長い間柔軟や筋肉トレーニングなどをする必要があります。そしてクラシックの授業では全力で毎日取り組んでおります。クラシックの後はたくさんの学科や授業があります。で、授業は大抵6時20分まであります。ですが、ほぼ毎日リハーサルがあります。なので、私は7時半か8時まで踊っています。その後、私は友達と食堂へ夜ご飯を食べに行きます。私はこの時間がとても大好きです。寝る前にはもう一度私はストレッチをします。これをすることによって怪我を防ぐことができます。で、毎日とても楽しく過ごしております。私が好きな教科はバレエ史です。バレエ史というのはバレエの歴史を学ぶ学科です。日本ではこのような教科がないので、とても楽しく学んでいます。私がここで学ぶことを決めたのは、ロシアのバレエが好きだからです。ロシアのバレエはとても揃っていて、美しいスタイルの人たちが踊っているからです。私もどのように彼らが踊っているかを知りたくてここに来ました。Нене ко мне попала после зимних каникул только в класс, то есть со второго полугодия расформировался второй инкурс, и вот ее перевели в русский класс. Очень старательная девочка, быстро влилась в наш класс, и очень мы делали очень серьезную работу в этот момент.Разучивали урок Софьи Николаевны Головкиной, и она подхватила буквально за 2 дня она выучила весь урок. Это очень большой материал, поэтому я решила ее тоже оставить, и на показе она участвовала. В общем, уже впечатление, что она не один год, а уже как будто бы 2-3 года вместе с нами учится.Рио очень отзывчивая студентка, она умеет работать. Несмотря на все трудности, связанные и с периодом дистанционного обучения, и с другими проблемами, возникающими во время их обучения в академии, она смогла сделать очень много. Я видела ее еще на стажерах. Ее профессиональный рост вызывает уважение.
Я очень надеюсь, что со временем она сможет реализовать себя, и мы еще не раз о ней услышим и увидим ее на хороших сценах нашей страны и мира. На классной площади состоится гуляние, да? Гуляние.私は卒業した後、劇場で踊っていきたいと思っています。もちろんロシアで